Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на нашем канале, где мы ежедневно делимся самыми интересными новостями из жизни звезд и знаменитостей. Сегодня мы хотим поделиться печальной новостью. Лия Ахеджакова, известная советскому зрителю актриса, навсегда покинула нас. Она оставила яркий след в истории советского кино и останется в наших сердцах. Лия Ахеджакова была не только талантливой актрисой, но и очень активной по духу и актерской работе, несмотря на ее миниатюрный рост. Больше всего зрителям запомнились ее роли в культовых фильмах «Москва», «Слезам», «Не верит» и «В иронии судьбы» или «С легким паром», где она сыграла подружку Барбары Брыльски. Но, конечно же, самой известной и любимой ролью Лии Ахеджаковой стала секретарша Верочка из фильма «Служебный роман». Мы скорбим вместе с семьей и близкими Лии Ахеджаковой и выражаем искренние соболезнования. Ее талант и яркий образ останутся навсегда в наших сердцах и памяти.